Полицейский из Петропавловска собирает коллекцию противогазов. Сотрудник управления специализированной службы охраны Эльдар Алимкин увлечен историей гражданской обороны. Одну из комнат в своем доме он превратил в настоящий музей. Там и предметы радиационной защиты, и специальная экипировка, и самое главное, разные модели противогазов. Их тут около 30. Военные, гражданские, для летчиков, для спасателей, для ракетных войск. Необычную экспозицию удалось создать за год. Среди посетителей домашнего музея пока только родственники, друзья и сослуживцы, которым близка тема военно-патриотического воспитания. Такое желание появилось, как бы собрать эту всю коллекцию и представить людям, чтобы люди могли прийти посмотреть, что вот такие вот были промышленные противогазы, были гражданские, военные. Те гражданские противогазы, которых сейчас как бы в данный момент их нету. Получается, некоторых совершенно нету сейчас, они не выпускают, они прекращены производство, как бы, чтобы это как бы история, и чтобы историю гражданской обороны все знали.